Друзья, всем снова здрасте. Я вообще отвык приветствовать. Это Влад обычно говорит: всем привет! Ой, блин, задорный, бодрый, молодой. Я старый пень, блядь, помню, смотри, дедушка Ленин, нахуй. С бородой и большими яйцами. Всем привет, ребят! Всем привет! Давай, наперебой! Всем привет, меня снова зовут Макс, и да, вы у нас на каналах можете посмотреть теперь серию по... Call of Duty Mobile, где мы дико усыкаемся. Со мной Владос. Это очень приятно, потому что это уже третья серия, в которой мы жестко... Мы же не нагибаем, Влад, мы просто ржем, правда? Ну, мы играем в удовольствие и нагибаем по возможности, иногда нагибают и нас. Мы играем за разные за разных персонажей в королевских битвах. Мы, ну, кстати, круто. Подожди секунду. Вот если кому интересно, как нагибают нас... Кстати, я вот иногда плечом цепляю микрофон, ты слышишь, да? Да, ужасно, блядь. Сука. Блядь. Все три серии по пизде. Все, удаляем нахуй и переписываем. Ты, бля, как это, как в четвертом классе, там, не знаю, переписываем. Ну да, диктант хуёвый. Почему бы и нет? В общем, друзья, у нас сегодня день, посвященный, значит, 1 мая. Мы, блядь, вышли на 1 мая. Вот у моего дедушки Ленина рука немножко даже... Но ролик выйдет раньше, походу, да? Может и раньше. Мой дедушка Ленин натер правую руку о ствол своей торпеды. Он полировал свою торпеду, как вы видите. А вот у Влада я не могу сказать, у тебя у персонажа руки натерты. Ладошки покажи. Покажи ладошки! Ну как их показать тебе? Я хуй его знает, придумай что. Но судя по тому, как он держит. Судя по тому, как он держит вторую руку, она заточена под хуй. Вот. Заточена, но у него левая, у твоего левая прям под хуй заточена. Ну так он левша. Все верно. Блять, а мой правша, но он до крови задрочился просто. Ну так. Call of Duty, если что. Вот. Да, ребят, начинаем новый Battle Royale для вас все вместе. Подписывайтесь на наши каналы. Кому не сложно, кто хочет просто сделать своим покорным слугам приятно. А кто не подписался, тот какашка. Не ожидали? Вот так я могу. Сейчас у всех пауза немая возникла. Пауза, немая пауза, кринж, блядь, и рука-лицо одновременно. Хуй рука, блядь. Все, нахуй, Максим, все, пожалуйста. Пожалуйста, все. Максим обидка, блядь. Так, конечно, окей. Конечно. Так, ну я беру скаута своего, как всегда. У меня очень крутой скин на мотоцикл. Я уже когда показывал. Влад, иди посмотри, какой у меня мотоцикл. Круто, замечательно. А что круто? Ты иди подойди, круто, замечательно. Стоит в 42 метрах. Передай мне командование, пожалуйста. Я хочу спрыгнуть. Да, извини, сейчас передам, конечно. Я забыл уже, запизделся. Ты подойди, посмотри на мотоцикл. А ты что, в ангаре? А, нет, все, вижу тебя. На каком ангаре? Подойди быстрее, 43 секунды. Не успеешь посмотреть на мотоцикл, все. Успею, вот он. Я лайк не поставлю. Ну, ох, у тебя штанцы, короче, нормальные, космические. Охуительные, космические, конечно же, не дам. Да постой, смотри, как круто, офигеть. Подожди, стой. Где ты такие штанцы купил? Я вот так могу сделать, тебе так нравится? Влад. Я не знаю, что сказать, это ужасно, Максим. Куда ты убежал? Все, я забрал твой мотоцикл. Я замаскировался под дорожное полотно. Ну, если ты не видел, тут дорожное полотно. Тут никакой пошлятины, нихуя нет. Подорожник. Хотя, блядь, на самом деле, конечно, пошлятина. Какая пошлятина, у тебя штаны натянуты, там, подштанники сплошные вместо штанов. Нормально. Эти люди созданы, чтобы прыгать на зимние карты, они тепло одеты. А куда ты хочешь лететь? На зимнюю карту, мы же тепло одеты. Пусть это будет сюрпризом. А хули ты такой небритый? А хули ты такой гламурный? Смотри, я весь по-военному, а ты так чисто... Ой, вот это вот. Розовый цвет зимой был в фаворе. Все любили розовый цвет. Замечательно. Так, ладно, я хочу на зимнюю карту, мы тепло одеты. У нас нет выбора. Ну кто? Да там болото ебучее, мы же там утонем. Давай на лечебницу, нет? Ну тут слишком по-зимнему, ладно, давай. Санитариум это круто. Блять, давай туда, куда ты хотел лететь. А нам сейчас тут пизды дадут. Ну тут все равно снег, как бы, давай, ладно.
пиздюлей нам дадут. Да ладно, давай в больницу скачешь, спрыгнем. Лут-то нужен. Что, прям на крышу или вниз? А, да прям в окно можно, мы же из крыши можем туда попасть. А я что? Не знаю, я на крышу, я не хочу в окно больно, блядь, там стекла, ясно? Ну так давай тогда на крышу, тут можно попасть же в этаж, все правильно, все нормально. Мне страшно в окно. Прям. Тут еще можно медведей убивать, я тебе напомню, если ты забыл. А что, есть медведи, да? А да, их можно убивать, и тебе откроется секретный гараж. О, заебись. Видишь Мишку? Стреляй по Мишке. А-а-а! Подожди! Оставь мне! Смотрите, какой у меня скин крутой просто на АК-117. Так вот, кто участвовал в новогодних... Ой, в новогодних... На день рождения кто? Кто-то разговаривает? На мой день рождения кто, блядь, играл в игру, тот, блядь, получил скин медведя. У колды была денюха и давали вот этот прекрасный скин. Скажи, пожалуйста... У тебя отключены микрофоны в игре, потому что я слышу каких-то людей. Да, я отключил микрофоны в игре перед этой каткой, реально. Вот именно перед этой каткой. До этой катки я как поц с включенными микрофонами играл. Как мудак, не как поц. То есть, по сути, в принципе, тебя, возможно, все слышали, как ты записываешь ролик. Хуй там. Никто ничего не слышал. Так, медведи, главное, убиваем. Не забывай. Ты скажи, где медведи, блядь? Да плюшевые медведи такие лежат. Почему такие? Мой долбоёб не поднимает, блядь, то, что ему нужно поднимать? Так, тихо. А, это ты бежишь. Нет, это не я бегу, это хуй тут бегает. Серьезно? Серьезно, я сейчас его найду и выебу. А, он внизу. Убью, хотел сказать, извините, ребят. Ты его все? Нет. Ну, уже да, уже все. Оперативный. Блядь. Оперативный. Надо искать медведей. Я не хотел. Я ошибся термином, ребят. Я его найду и убью, хотел сказать. А сейчас выебу. Ты что, пролагиваешь? Не лагай, пожалуйста. Лагай. Я не лагаю. Нет, не лагаю. Я говорю про игру. К нам бегут. Поиграют? Встречай. Да, я никого не вижу. Я встречаю. Если я успею подхилиться, меня не отымеют. А, нет, вижу. Мальчика. Я не могу попасть. У меня лагает игра. Точно, мальчик? Я могу попасть. Я тебе помог, все хорошо. Так. Все заебись. Подбирай все, что тебе нужно. Да я далеко, подбирай там пока сам. Медведи, главное, убивай, пожалуйста, будь добр. А где медведи, блядь, покажите медведи, я не одну. На втором этаже поищи, они могут быть там. Блядь, на втором этаже только я. Будь добр, стрельни в себя. Я ж не похож на медведя, ребят, вы чё, блядь? Это не я, это однорукий человек, это не я, это честно. Это однорукий человек. Ну хуй его знает, там маску смотрел, фильм такой, маска с Джимом Керри. Да кто его же не смотрел-то? Ну вот там... Только Джим Керри не смотрел его лично. Нихуя, он его смотрел. Два раза, я знаю. А, с тобой сидели, помню, в кино. Да, мы вдвоем сидели. Да, все вспомнил. Максим часто напоминает о своих буднях с Джимом. С Джимом. Блядь, не пали контору. Да я не палю, я просто конкретно тебя выдал. Я... Да не выдал ты нихуя. Да, конечно. Хуйню подумали, но не то, что... Блядь, ёб твою мать, вот она! Рыба моей мечты, я её нашёл! Кого? Адреналин, конечно. Я думал, врага. Врага я уже нашел, а второго тебе помог, как бы. Тут кто-то лазит просто. Где? Ну, от где-то тебя. Рядом со мной. Где от тебя? От меня не знаю, но где-то вот прям между стенами. Это межстенный враг? Межстенный. Междуножный. А, он на втором этаже. А, так бери его. Я его слышу. Сейчас я топор возьму. Я его слушаю. Сейчас, топор, оставь. Это давай, мой. Давай, бери его. Это мой. Вот он. Ну, зачем ты так делаешь? Зачем ты так делал? Ну, я думал, ты умрёшь. Я не умру. Я вечный, блядь. Так, вот, я не пойму, мы гараж откроем или нет сегодня? Где медведь? Медведь. Уже так, зона двигается. К нам идут. Вон, вижу, да, идут. Первый этаж. Ну, второй, я забрал его. Ну зачем ты так делаешь? Что, забираю противников, которые на меня идут? Почему они идут на тебя? Почему на меня никто не идет? Блять, Влад, нам пизда! 1000 метров бежать, блять, до хуйни! Ты просто некрасивый. Сука!
Да, давай, быстро, А тут вертолет, ко мне вертолет, давай, жопа, иди сюда. Ты за вертолетом, давай. Да вот вертолет внизу, давай, быстрее, ко мне. Запизделись, эти проститутки нас подставили, мы не хотели, ребят. И гараж не открыли, блин, поехали. Быстрее, летим отсюда, нахуй. Гараж не открыли, проституток этих собрали, блин, Максим, все из-за тебя. Все, быстрее отсюда, все, улетаем, спасибо. Спасибо, что ты меня подобрал. Я думал, он пиздец. Пожалуйста. Блять. Единственный адреналин. И по пизде. Не, летим прям в зону. Да ради бога. Кстати, куда мы летим? Полетели на этот... Я не знаю. Краш, на краш полетели. Там два аирдропа лежат. На краш? Да. Так, а мне бы метку... Вот, сейчас делаю. Окей, молодец. Так. Все, мы летим на краш. На краш и мы приземляемся. Мы идем на краш, пизды, чтобы сделать трэш, да. И наваливаем всем хуев. В прошлом видео мы пизды наваливали, а сейчас мы на краш всем хуев накидываем. Забираем аирдропы. Идем в топ-1. Правильно? Да, конечно. Такой был план. Вот. И я говорю, план такой. Я лечу на краш за аирдропом, получаю пиздюлей. Блять, Влад, я не долечу, я мудак, я рано прыгнул, я жадный. Сука! Я наш вертолет убил. Так. О, тут есть очиститель. Тебе нужен? Нет, я пойду на тот аирдроп, который ты не успел залутать. Пожалуйста, не трогай второй аирдроп. Залупать. Где там энеми? Где там энеми? Хуйня, которая хочет спиздить мой аирдроп. Всё. Так, я одного энеми, да, прибил, если так что. Так и быть, а я сейчас здесь возьму все и, соответственно, возьму то, что я хочу. Мне нужно F. Так и быть. Блядь, какой нахуй F, дебил, блядь, E мне надо. Я просто кнопки забыл, ребят, извините, пожалуйста. Всем пиздец теперь. Все, я взял. Какой долгий энеми. Кстати, ты вот поиграл сзади нас, Влад. Я по миникарте его тупо успел увидеть. Ну хорошо же. Ты, кстати, поиграл с М4 с моей сборкой в прошлом видео, да? Нет. Пиздишь. Ну конечно поиграл, блядь, что за вопрос? Я на всякий случай. Сам же видел. Ребята, может быть, не видели прошлое видео, поэтому я говорю. А, ну слушай, если ребята не видели, надо видеть, посмотрите. Да, поэтому обязательно смотрите оба варианта. Там сборка бешеная вообще. Да, это пиздец на самом деле. Так. Я сам каждый раз кончаю, когда нажимаю на левую кнопку мышки. Ну, ты жесткий, слушай, ты жесткий. Мне страшно с тобой ходить рядом. Бывает. Кстати, зачем ты так делаешь? А, нихера ты подожди, как морячок. Я тебя ничего лишнего не хочу, зайди ко мне. Смотри, какие у тебя сапоги офигенные. Просто. Я, блядь, своих сапог не вижу. У тебя резиновые сапоги, чувак. Охуительные. А у меня какие? Какие у меня сапоги? Не знаю. Геокс. Посмотри на меня. На Nike не похоже. Не-не, на меня посмотри персонажем своим. Я смотрю на тебя. Ёбаный пиздец, короче, чувак. Какие-то, блядь, сапоги, блядь. Хуйня какая-то, вообще непонятно. У меня? Ну-ка, нет, блядь, у меня. У меня заебатые штаны в звездочку. А у тебя какие-то сапоги, блядь, из этого секонд-хенда, нахуй. А у меня резиновые, я на свои сапоги посмотри. Ай, блядь! Это... Зачем, сука? Это презервативы на твоих ногах, это не сапоги. Я убил кого-то. Меня чуть не убили. Ну, конечно, нифига себе на мои сапоги гнать. Конечно, пизды дадут, чё. Ну, блядь, подождите, дайте. Можно я полежу здесь и, блядь... Не, представляете, просто как человек ненавидит обувь, что мои сапоги просто обоссал. Чувак. Я ссать не хотел. Нет, ну зачем ты мои сапоги-то оскорбляешь? Они же обидятся, наверное. Повнимательнее. Да, она смотрит, блядь, видео, думает, тот пиздец. Они друг друга обсирают и, блядь, молчат вообще, пиздец. Нет, ребят, мы на самом деле абсолютно нормально, адекватно относимся к разным словам, которые мы говорим в сторону друг друга. Потому что это все ради вашего веселья, ради... Да мы сами угораем, как бы, но просто знаешь, за сапоги, пожалуйста, поясни.
Хорошо, сапоги у тебя охуительные, я завидовал просто, поэтому сказал. Вот. У тебя тоже классные сапоги, но... Блядь, я в твоем видео посмотрю, потому что я свои сапоги... Я хочу нассать на свои сапоги, но, блядь, я не вижу. Ну ты палишься прям нормально, если не на ПВП, прям палится конкретно. Цветасто слишком, да. Но круто смотрится, я не скрою, очень гламурно. Влад, подожди, я уже от третьего лица, блядь, смотрел, нахуй. Тебя, наверное, в модном приговоре вот одевали именно, вот одежду подбирали тебе. Слушайте, дело Максима. Зайцев вот этот, есть же? Прекрасный выбор, Максим. Хорошие сапожки, штанцы, хорошая шапочка. Вы похожи на пикантного человека. Сука. За что, блядь, мне такой... За что мне такой напарник, блядь, попался, гнусный, а? Я все равно тебя догоню, куда ты сваливаешь. Стоило, блядь, я все, я, блядь, в кусты, я срать хочу. Иди сюда, где твои сапоги были? Не надо. Иди сюда, где были твои сапоги, давай я на них настру. У меня нет бумаги, пошел вон. Ай, тихо! Ну зачем же ты меня пугаешь, блядь? Так, подожди. Я чуть не обосрался раньше времени. Зачем? Так я хотел ускорить процесс, ты все же хотел, поэтому... Нет, ну, блядь, подожди, я бумагу не нашел. Сука! Блядь, я вижу, как твоя тень бежит по горе. Блядь, это пиздец. Я такое первый раз вижу. Это просто жесть. Твоя тень бежит, как бы хер знает где. Влад? Маунтин, Влад, да. Влад, меня хотят отыметь в противоестественной форме. Помоги! Сука! А ты далеко так? Нет, все, нормально. Я извини. Вот это паника была. Кстати, на каунте, смотри, там, походу, что-то желтенькое лежит. Желтенькое, видишь, такая меточка. Там уже коричневенькое лежит, по-моему. Вот там, где я был только что, блядь. Я чуть не обосрался, блядь. Какой-то хуй, понимаешь? Дерзкий член. Какой-то партии, блядь, подошел ко мне и пытался меня, как говорится... В Call of Duty появился кран, я впервые вижу, тут локации добавили, да, немного новых? Да, всякое. Нет, слушай, это новая локация, это просто... Добавили, блядь, моменты, да? Нет, просто зона в эту сторону очень редко сужается. Определенно, мне нужно когда-то на этот кран сходить, он интересный. Так. Кран на отчете был всегда, поэтому да? Пошли на отчет. Это отчет, дядя. Вот видите, сколько мы играем в этой игре, постоянно куда-то в новые места попадаем. Вот видите, как все жестко тут. Какую-то новую жопу. В этой катке в мою попал. Извини, пожалуйста, я не хотел никого оскорбить. Так, слушай, я ты просто, сейчас осист... Я чувствую, что мой персонаж, он очень переживает. Нет, ты сугубо о своей заднице говоришь, как бы. Тут никто не оскорбляется, тут все в ахуе сидят. Я исключительно про свой персонаж. Так, стоп. Кто-то где-то, кажется, пукнул. Что? Максим. Блять. Влад, нас... Могут отыметь. Да, прям здесь, прям вот тут. И нам это может не понравиться. Я вот его слышал. Да я убил его. Наверное, это он. Я его слышал, а ты на него вышел. Вон так. А вон еще один. Можно выйти было и тебе. Вот куда я бегу, где-то тут сейчас. А вот я иду, тоже туда смотрю. А нет, это было дерево. Отбой, ложная тревога. Вот, видишь, пошли давай. Вот там вот еще один аирдроп. На лут? Сейчас туда все придут. Ну, обязательно. Возможно. А вот я тебе хочу сказать, что вот этот человек мог тебя немножко и меня потом отыметь. А вон на лут бежит мальчик, видишь, да, впереди? Там уже они я, уже. Да, вижу. Я из снайпы не стрелял. Три катки, там их двое. Будь добр, стрельни из снайпы туда. Воу, братан, меня вычекивают. Капец, мне жопа. Братан. Нет, тебе не жопа. Жопа тебе упал. Жопа. Упал в окне сидит. Тебе не жопа. И в окне? Да. Все, я понял. А что тут нет? Тут нету самого хила? Здание оранжевое? Зеленое, вот которое, куда я смотрю. Я чувак, вижу, тут куда... нету. Я все вижу, куда ты смотришь, окей. Окей. Оббегает меня. Видишь? Окей. Ко мне бежит, стреляет по мне. А, вижу. Хуй ему в сраку. Блин, а капец. Я теперь тебя подниму. Тут нету этой штуки, типа можно самое. Блин. Нет. Есть, но нет. Подожди, еще один. В еще эту один игру встал. Вводили транквилизатор, ты сам мог встать. Как так? Где он, блин? Нет, все нормально. Влад, аккуратно, здесь еще двое. Да я вижу их. Очень аккуратно.
Должно нас... было выйти обновление. Тихо. Минус. Ты их выебал? Хорошо. Одного, да. Хилься, пожалуйста. Да я-то отхилены. Окей. Бля, окей, возле аирдропа был хуй. Да я понял. Он, скорее всего, залутал аирдроп, поэтому очень аккуратно. Уходим влево. Сука, уходим должна домой. Была быть обнова. Должна была быть эта обнова. Блять. Я его убил, братишка, я его убил. Не паникуй, как девочка. Есть, вовсе. Последний фраг был мой. Короче, какая-то обнова должна была быть, где типа должны были ввести транквилизатор, который ты сам в себя вкалываешь и встаешь. Она есть, но ты там должен выбрать определенный. Я просто ни разу не юзал эту штуку еще. Я юзал, ты там падаешь, но ты должен из пистолета, короче, выстрелить. Базовый, да, пекарь дается? Да. То есть это типа. Видите, вот... как Максим паникует, когда вот катка уже такая жесткая, уже вот когда вот поджимается анус. Владос, ты видишь, мужчина бежит вперед, стреляет, а Максим, за мной, Владик, за мной, нужно скрывать наши задницы, обязательно скрывать, а то вот так вот возьмут наши черепа и вот так хуяк, и все. Да, и не распердолят от калаша. Не, на самом деле это был крутой топ, Максим, спасибо за эту прекрасную панику, в панике мы все сделали как надо. Влад, я всегда рад поиграть вместе, это, я думаю, удовольствие нашим зрителям, это... Хороший развлекательный контент, где все могут посмеяться, поугарать в комментариях. Можете даже всякие гадости писать, если вас YouTube сам не забанит. Как зовут твоего персонажа? Давай вот в конце каждой серии теперь узнавать, как твоих персонажа зовут. Как этого зовут на самом деле? Тебе прошлая серия понравилась? Нет, этого почти как и Ильич зовут. Как его зовут? Скажи нам. Сейчас посмотрим. Как же его зовут? Резнов его зовут. Зимняя чаща. Понимаешь как? Это зимняя чаща. Прекрасно. Это хер, который все прорядит, короче, в голову, там, захедшотит, блядь, сделает последний фраг в катке. Он тащит. Это Ленин. Штанцы прекрасные. Это Ленин в звездных штанах. Только жаль, что руку надрочил. А, ты про вот эту вот забинтованность вот эту его, да? Ну, конечно, блядь. Я ему говорил, блядь, смазки применяй, а он, сука, не хочу. Ну, бывает. В общем, друзья, в общем, мы поугарали очередной раз. Я надеюсь, никто ни на что не обиделся. И все посмеялись вместе с нами. Всем огромнейшее спасибо за то, что смотрите наши видео. Ждите новых уведомлений. Скоро будет, я думаю, посмотри, еще. Кстати, на фон левее. Видишь, там стоит пик. Это я бы тебе сказал. Ну-ка, скажи, что это? Ну, да, блядь, как... Все стоит хорошо, как у волка на морозе. Нормально, блядь. В общем, друзья, это очередная катка по Call of Duty Mobile, где мы с Владом Деновером красиво выходим в топ. Кстати, кто не видел наши предыдущие с паникой серии, Максима. Обязательно переходите по ссылочкам. По ссылочкам в описании на моем канале под видео, на Влада. Да, мы там добавим ссылки, которые будут называться «Хроники Нагиба». Это такой ряд видосов, которые мы снимали, да, вдвоем тоже. Хорошая тема. По ссылочкам смотрите видео наше, смотрите, с чего это начиналось, как это развивалось и до чего, до какого, до чего мы дошли, до чего мы докатились, Влад. Это просто ужас, блядь. Ты чувствуешь своими пальцами ног дно? Чувствуешь его? Я чувствую дно даже не пальцами ног, а волосами на моей. Спасибо, заднице. Ребята, за просмотр. Пока Максим рассказывает про волосы на своей заднице, которыми он чувствует дно, мы с вами прощаемся обязательно. Мы не будем черным юмором вот этим. Вот это Максим он умеет. Мы вот этим заниматься не будем. Это знаешь, что значит? Это называется всем пока, ребят. Да. Ты тоже нажал уже стоп? Нет. Охуёво. А я уже давно нажал стоп, сижу, блядь. Хуйнёй занимаюсь. Замечательно. Блядь, ты что, потом реально будешь нарезывать эти видео? Это ж никто не будет смотреть. Нужные люди всегда посмотрят, всегда лайкнут, всегда поддержат. И волосы на твоей заднице, которые касались дна, это все, конечно, хорошо. А вот лобковые волосы остальных людей... Когда касается дна. Лобковые волосы остальных людей не касаются. Я тебе больше скажу. Мне интересно, что ты делал. Я посмотрю видео на твоем канале, когда я, блядь, тащил катку. Ты, наверное, блядь, смотрел на мои, блядь, вот эти резиновые гондоны, которые у меня на ногах натянуты. Ну тогда.
Прекрасные резиновые сапожки, классные. Всё, весенние. Выключай, нахуй, ну не хочу выключать, всё ж классно. Нет, я понимаю, люди уже ушли, но типа... Ладно.